Итак, мама решила сделать такого рода эксперимент. У нас теплица еще не накрыта, вот как раз сделана вся подготовка. Вон рейка очищена, куда будет прибиваться пленка. Вот, набили гвоздики. И скоро можно будет натягивать и укрывать теплицу. Сейчас этого делать нельзя, дует ветер. С утра он не позволяет накрыть, хоть тут и затишек более-менее, но все равно. С утра он разыгрывается и где-то длится примерно до 6-7 часов вечера. А далее просто темно и уже некогда. Поэтому мама решила высадить раннеспелую капусту в вот такой вот железный ящик. Землю мы делали сами. Такую. Вот с начала осени мы на эту вот кучу накидывали листья с деревьев, приносили перепревший навоз, землю, все это перемешивали, оно за зиму прошло естественную чистку, а после уже мы набиваем вот такие вот лоточки. После мама делает луночку сантиметр, раскладывает пинцетом семена, просыпает сверху и поливает. В принципе, в этом нету ничего тяжелого, но было интересно узнать, вырастет ли оно без дополнительного укрытия. То есть мы этот слой ничем не укрывали. Даже по рекомендациям мы не укрывали до схода ни пищевой пленкой, ничем. Просто высадили и ждали всходов. Весь фокус в чем? У нас температура опускается там до плюс 4, плюс 2 ночью, а днем... Как видите, не дают нормально рассказывать. А днем поднимается там до плюс 18. Поэтому было интересно, при такой простой и неприхотливой технологии, будут ли нормальные всходы. Как видите, они есть. Поэтому все то, что касается там выращивания овощей для себя, в виде там 50 кустов томатов, 50 кустов баклажан, 20 огурцов, это все будем дальше также высаживать. Не дожидаясь, пока сможем наконец-таки укрыть теплицу. Это мы постараемся делать в ближайшие дни, но как погода распорядится. Просто что ждать уже некуда больше. И будем дальше уже в кассеты высаживать другие растения. Они будут так стоять. Думаю, что всходы тоже будут отличные. Расти тоже будет все очень и очень здорово. Так что кто... Кому интересно, тоже попробуйте так же сделать, как и мы. Ну, также, если переживаете, то можете поверх накрыть пищевой пленкой и подождать сходов. Ну, не забыть там сделать пару отверстий, чтобы выходил воздух. На этом у меня пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи.